У нас есть вот такое вот старое кресло, которому 100 лет в обед. На этом кресле отучились все наши дети, а разница у них большая, 8 лет. Ну и вот на этом кресле вот такие вот погрешности. Видите, кто-то пальчиком так ковырял, ковырял и проковырял. А здесь еще вот что у нас. Вот от времени образовались вот такие вот дыры. Но это кресло очень удобное, оно компактное, оно не занимает много места. Мое кресло-качалку, я его упразднила, забрали мы его на второй этаж. Будем летом использовать на веранде, потому что качалка занимала все место здесь в комнате, она большая. На кресло это как раз компактное. Вот. И мы хотим его привести в порядок. Для этого я на китайском сайте своем любимом заказала за 3 копейки вот такой вот кусок. Этот кусок на такой вот клейкой ленте. Ленту нужно убрать и можно приклеить этот кусок. В общем, закрыть дыры. Я вроде бы все вымерила, заказала так, как надо. Но какой-то пришел маленький этот листочек. Видите, почти подобрала его под цвет. Это не так просто на самом деле было подобрать, потому что цветовая гамма не такая обширная, чтобы было из чего выбрать. Ну и вот сейчас мы это кресло будем чинить. Сейчас постараемся привести это кресло в порядок. Ну, материала, конечно, ограничено получилось. Просто я не потому, что оно там стоит каких-то денег. Можно было бы заказать и больше, но я не люблю, когда что-то остается и валяется. Потом не знаешь, куда его девать, эти остатки. Да заказать можно всегда. Поэтому я вот так вот немножко прошляпила. Ну, посмотрим, что получится. Покажем вам. Друзья, сейчас хочу вам показать, чем я тут буду заниматься. Может, кого-то из вас и вдохновлю. Достала свой весенний гардероб. Пересмотрела его. И вот увидела, что у меня есть 3 пары джинсов. Но они, к сожалению, широкие. И тут они на меня большие. Но тут-то можно одеть ремешок и ничего. По бедру вроде бы ничего, но они очень широкие на меня. Сейчас такие уже не носят. Я хочу их переделать. Я хочу из них сделать узкие джинсики. Будем делать с вами вместе, посмотрим, что получится. У меня 3 пары таких хороших джинсов. Я их не ношу из-за того, что они широкие. Смотрела в интернете, как люди джинсы ушивают. И знаете, советуют только изнутри зашивать их. Но у меня джинсы расклешенные по бокам, в одну и вторую сторону, с легкий клеш. И мне придется с двух сторон это все делать. Кроме того, у меня они немножко протерлись здесь. Вот я хочу это убрать. Вообще они на меня большие, поэтому я могу смело убирать. Но сейчас вот отметила себе, не буду метать. Заметываю сначала одну штанину, померяю, а потом и вторую заметаю. Здесь то же самое. Тоже вот я отложила по этому боку. Но здесь будет только от колена идти клеш. Померила по своим брюкам, которые мне подходят. У меня должно быть внизу около 18 сантиметров. Не хочу сильно зауживать, но и хочу сделать их намного уже. Посмотрим, что получится. Так, ну сейчас будем делать из чего-то что-то. Пулю. Из чего-то пулю будем делать. Чинить это креслице, видавшее виды. Летом никогда не для этого времени. Так раздражает, когда что-то такое некрасивое. Не люблю такого. И выбрасывать мы это кресло не будем, потому что оно очень удобное. Наверняка у вас тоже у многих дома есть это кресло. Это чешское кресло, как я помню. Лет 100 в обед. Сейчас мы ватой дырочку заталкиваем, которую наш сын пальчиком продырявил, когда учился. Вообще никогда ничего не попортил. Но что-то именно это кресло пострадало от него. Дочка у нас росла. За всю ее детскую жизнь она только китайцы оторвала у ковра. Не знаю, как это по-русски сказать. Бахраму. Давай, давай. Другой стороной надо. Не, это не годится так. Вот так Мне будет. так не нравится. А что Нет? тебе так нравится? Ну, потому что оно будет задираться с той стороны, с одной. Сюда ты хочешь пустить? Или давай одинаково с одной стороны и с другой. Вот так вот. Но я бы лучше сделала вот его вот так вот. Вот. Вот так вот. Почему его нельзя сделать вот так вот? Вот. Наклеить. Оно не будет задираться. Так
Какой кусок здоровенный. Ничего, это, нам этот кусок не пришей кобыле хвост, куда он нам надо. Ну а тут куда ты денешь? Отрежем. Не надо его отрезать. Вот так ты хорошо сделал, только сделай на всю длину. И другой стороной переверни, потому что вот этот вот обрез виден. Давай отковыривай, короче. А то сейчас напишут все, Толя, бедный, это змея, жена его эксплуатирует. Да. Узнаешь, как тебя по-настоящему зовут. Что-то ко мне не пишут. Бедный Толя и злая Наташа, как карга старая. И такой ангел. Ангел такой в очках. Да, погремушкина. Просто понимаете, я сама такую работу делать не могу. Потому что тут нужно, чтобы ювелир работал. А я, ну, никак не ювелир. Я люблю быстро. Ну, не буду продолжать, как я люблю. Как у кошек. Кошка вон. Она тоже наблюдает, что мы делаем. Да, Марусенька, скажи? Такой умею лечься красиво. Заюшка моя такая маленькая. Такая моя Марусенька. Я вам еще не показывала, что у меня здесь. Видите, мне сделали такую нишу между стенкой и шкафом. И в эту нишу я прячу халат. И не дай Боже, чтобы вот это вот торчало. Я сразу получаю замечание. Да, Марусенька? Серьезное. Да, серьезно. Возьми, сейчас, смотри, сейчас натяну вот так, я натяну, а ты посередине приложишь пальцы. Еще раз. Подожди, нет, нет, не, не так, не так. Вот так давай сюда, вот там же дырка. А что вот это мне не нравится? Вот это что вот это? Вот это то бахматость, о которой мы с тобой говорили. Давай, вырезай ее. Нет, давай в этот самый зажигалку. Так, ну вот я уже сделала наметку и справа, и слева. Сейчас буду мерить и смотреть, что будет. Тут вот так вот получается, где протерто, заберу. Посмотрю, будет неудобно или нет. Вы знаете, вот так вот ты посмотрела, так ничего больше и не надо. Смотрите, как славненько получается. Они, конечно, длинные на меня очень. Я буду одевать их под кроссовки, но совсем же другое дело. Вот я приседаю, удобно, здесь хорошо, все нигде не тянет ничего. Брюки, конечно, очень большие. Вот видите, насколько они шире, чем мне надо. Вот. Я их долго носила. Это мои любимые джинсы были. Смотрите, какая красота. У меня есть еще две пары. Надо еще их переделать. Видите, вы хотите, чтобы я это делала. Я вам сейчас тут нажгу. Смотри, вот отверстие. Видишь, мы да, его закрываем. Вижу, давай. Я сейчас все тебе покажу. Не надо, я сам сделаю без тебя. Без сопливеньких. Давай сюда, ближе. Нет, видно. Вот, блин. Лучшего вида я не видел. Ну, интересно, оно будет держаться? Будет. Слушайте, ну красота, ну красота. Как мне это нравится. А теперь вот это вот. Говорили, балакали, силы-то и заплакали. Так и у нас. Ну, хватит уже его. Ты дырку там протрешь. Давай дырку это клей. Дырку. Отверстие я не протру. Кстати, мы тут уже много лет назад меняли здесь. Да, сидим. Это верхняя часть красненькая. Мы уже ее заменили однажды. Ух ты. Ух ты, ах ты. Не эту так эту часть туда мы перевернем. Ну, да вот так да вот. Нет, вот же вырезано. Ну так обожги его. Кто там будет его сличать? Вырезано оно или нет? И за моей спиной. Боже мой, целое дело. Это для того, чтобы сделать хорошо, а не косо-криво, лишь бы живо. Ну давай. Так, за моей спиной, я говорю, становись. Где моя спина? Вот так. А теперь бери и наводи меня. Это же те отверстия, которые пооставались. Оно же разошлось. Ну, в любом случае, у тебя накидка будет. И потом... Я не хочу накидку использовать. Широкая девичья спина. Не то, конечно. А чего не то? Дырок нет. Что ты от него хочешь? Ай, хочу, чтобы оно было аккуратно. Его надо по-настоящему разобрать. И перетянуть по новой. Встречевый шаг – это когда машинка ну, делает шажок вперед и шажок назад. Потому что джинсы, они встречевые. Так, ну вот я закончила свою работу. Штанишки готовы. Все обрезано, калошки ровные. Пришлось немножко подвернуть, потому что раньше я носила эти джинсы с туфлями на каблуках.
Сейчас я каблук уже не ношу, поэтому пришлось подвернуть. Все верлочено. И главное, что здесь, где было протерто, видите, ничего нет протерто, все как раз ушло. Сейчас буду эти брючки отпаривать. Так, внизу хорошо получилось. Обычно, ну, не получается так ровно, толстые швы, а здесь вот получилось очень даже здорово. Вообще, довольно ужасно. Я не думала, что я так быстро, за пару часов, приведу эти брюки в порядок, и они на мне так хорошо сядут, мне так удобно в них. Ну, как тебе? Ну, такая у нас Наташа-конфеточка в новых брюках. Новая, хорошо забытая, старая. Единственное, что немножко спадают, как бы. Без ремня не оденешь. Ну, прищепочку там возьмешь, сзади прищепишь. Не буду я ничего прищеплять, у меня все сзади нормально. Надо просто ремень потуже затягивать. Ну что же, я к весне готова? Вполне.